Скоро румыны смогут отнимать земли у молдаван. И все это будет по закону. Речь идет о праве реституции собственности. Это закон, который обязывает вернуть бывшим владельцам или их потомкам собственность, утерянную в результате глобальных геополитических изменений. Интересен тот факт, что в 1990-х годах потомки румын уже пытались получить свои земли и недвижимость. Однако, как раз отсутствие в молдавском законодательстве права реституции позволило защитить молдаван от грабежа со стороны потомков румын. Однако сейчас, после референдума о вступлении Молдовы в ЕС, все может измениться. Закон о реституции имплементируют в молдавское законодательство, и он будет на стороне граждан Румынии. Это один из тех законов, которые будут иметь преобладающую силу над законами Молдовы. Это именно тот путь, куда ведет страну действующая власть, прикрывая все светлыми европейскими обещаниями.